Наш сегодняшний обзор посвящен вакуумному упаковщику Lira T15 от немецкого производителя Oberhof. Аппарат представляет собой современную систему вакуумирования продуктов, благодаря которой еда остается дольше свежей и сохраняет свои полезные качества. Давайте рассмотрим устройство подробнее. Корпус изготовлен из прочного пластика с рифленой поверхностью. Два основных элемента, вакуумные створки, плотно прилегают друг к другу. Все дополнительные элементы, вакуумная камера, уплотнитель, насадки, аккуратно встроены во внутреннюю часть корпуса. Кнопки удобные, отщелкивают плавно и мягко. Устройство не скользит на горизонтальной поверхности стола, работать с ним удобно и легко. На верхней крышке вакууматора вы найдете 5 кнопок для запайки и вакуумации. Выбор пользователем каждого из режимов подсвечивается светодиодом, поэтому вы всегда знаете, какой именно процесс происходит сейчас. Комплектация вакууматора может меняться в зависимости от поставки. Обычно производитель добавляет в комплект к самому аппарату следующие предметы. 2 шланга для вакуумирования, пакеты для хранения, рулонную пленку, специальную пробку для бутылок. Инструкция на русском языке и гарантия идут в каждом комплекте для Lira T15. Аппарат сочетает в себе сразу несколько функций, благодаря чему его можно использовать для разных процессов. Рассмотрим основные. Непосредственно вакуумация. Обратите внимание на то, что устройство предназначено не только для откачки воздуха из пакетов, а также подходит для вакуумирования пищи в контейнерах и даже жидкости в бутылках. Для этого аппарат оснащен вакуумной камерой во внутреннем отсеке, которая откачивает воздух из пакетов, и дополнительно вакуумной насадкой со специальным соплом для контейнеров. Запайка пакетов и рулонной пленки. Обычно запайку используют сразу после откачки воздуха, чтобы сохранить продукты в вакууме. Но его также можно использовать отдельно от вакуумирования, например, для хранения вещей в походе, упаковки и герметизации документов от попадания на них влаги. Автоматическая вакуумация и запайка. Эта функция подразумевает то, что вакууматор сам откачает воздух из пакета и запаяет его. Выбор давления. В зависимости от того, какие продукты надо вакуумировать, у Lira T15 доступны два режима давления – низкое и высокое. На высоком можно быстро герметизировать твердую пищу, а вот для хрупких продуктов лучше выбирать низкое давление. Так аппарат аккуратно откачает воздух и запаяет пакет, не повредив его содержимое. Выбор режима сухое-влажное. С этим режимом аппарат не будет затягивать жидкость из пакета в сопло. Плюсы и минусы. Вакууматор можно использовать для разных процессов. Он хорошо сохраняет свежесть и полезные свойства пищи, но кроме этого его можно использовать следующим образом. Сохранять уже готовую еду, тем самым экономя время на приготовление. Консервировать и мариновать еду. В вакууме маринад быстрее проникает в волокна, и уже через полчаса вы сможете получить, например, замаринованное мясо или овощи. Для бытовых нужд и путешествий вы можете упаковать и герметично запаять документы и деньги, чтобы уберечь их от влаги, а также спички, компас, лекарства и так далее. Минусов как таковых мы не обнаружили. Этот вакууматор, конечно, не подходит для регулярных промышленных процессов, но зато он полностью справляется со своими задачами в домашнем хозяйстве. Подводя итоги, отметим, что Oberhof Lira T15 – это мощный и удобный вакууматор европейского качества. Вы можете самостоятельно выбрать давление, с которым воздух будет откачиваться из пакетов, а также режим сухой и влажной пищи. У него понятный функционал, а инструкция на русском языке делает все процессы еще легче.